Я нашел новые радужные лестницы в Майнкрафте! Всем привет, ребят! С вами я, Зомбак. Сегодня посмотрим новые разноцветные лестницы. Тут очень интересные персонажи. Вы посмотрите, я не знаю, кому даже идти, они все интересные. Это Катнеп, Соник Тейпс, Говорящая Анжела, Коржик из Три Кота. Вот такой вот радужный друг, Красная Ящерица. Это Спранки, Желтый и Розовый Пинки Хоррор. И Добрая из Головоломки Зависть. Ну что ж, кому ж пойдем-то? Да все интересные, не знаю даже. Наверное, отправимся. Пойдем к Катнепу, а потом ко всем остальным. Да, я думаю, что мы каждого из них сегодня встретим. Так что с вас лайк, подписка, смотрите до конца, будет интересно. Погнали в фиолетовую лестницу к Катнепу. Ого, это же Соник Тейпс, он плюется в меня какими-то снежными блоками. Так, смотрите, там у нас Коржик. Так, ладно, сейчас мы его попробуем спасти, надо победить этого Соник Тейпса. На, получай давай, вот так тебе. Он замораживает меня, он тут все снегом закидывает. Ай, сейчас я замерзну, я застыл, ребят, что он делает? Так, ладно, надо придумать, как его победить, давай. Получай, Соник Тейпс, на тебе, хватит снежками плюваться. Ну, давай, вот так тебе. Так, надо остановить, он тут сейчас все снегом вообще закидает, у меня тут этот, снежная база будет. О, мы победили его, отлично. Ну, он тут уже успел много все заморозить. Так, подойдем к Коржику, привет, Коржик. О, здорово, Зомбак! И это не все! Соник Тейпс спрятал в этих вот алмазных и золотых всяких коробках моих друзей! Помоги, пожалуйста, спасти! Там где-то карамелька и компот тоже сидят! Чего? Смотрите, железная коробка вот такая вот из золота, из угля и алмазов. Давай попробуем их раскопать сейчас и посмотрим, кто там находится. Так, открываем, здесь ломаем. О, здесь карамелька, смотрите-ка. Зомбак, привет, спасибо за спасение. Конечно, давай, выбирайся. Ух, какие у тебя тут золотые ключики. Один возьму себе, ладно? Так, что дальше? Мы открываем, кто у нас здесь. А это у нас Компот. Компот, привет! О, а меня давно сюда закрыли. Я хочу кушать. Кушать, конечно, пойдем покушаем. Вон, Коржик там ждет нас с карамелькой. Я уже карамельку тоже спас. Так, давайте попробуем здесь сломать. Кто здесь будет? О, Анжела говорящая. Ой, ура! Меня нашли! Тут так было страшно и темно одной сидеть. Мне было страшно. Конечно, пойдем быстрее, да выходи. Так, а кто у нас сидит в последней коробке, интересно? О, это же Бен, ребята! Да, Бен. Ну да, я знаю, что ты Бен. Айда, выбирайся. Коржик, классно, мы всех спасли. Ладно, ребятки, давайте, выбирайтесь быстрее домой. Да, спасибо большое, Зомбак. Ха, отлично. Спасибо за спасение и моих друзей. Конечно, да, давайте. А я пойду дальше к новым испытаниям. Ого, это что в меня летит? Что здесь вообще происходит? Это Спранки, друзья. Здесь Пинки и Гзи, смотри, хоррор из хоррора. Розовый Спранк. Но там еще желтый, добрый, зеленый. Их надо спасать. Так, ладно, сейчас попробуем. Это что такое? Земля водяная, что ли? О, тут есть джетпак, водяной шарик и блок земли. Что я могу с ними делать? Давайте наденем джетпак, теперь мы умеем летать! У-ху! Главное не упасть в лаву. Водичкой, водичкой я могу кидаться, а блоками земли строить себе заборчики и стенки. О, отлично, смотрите, я могу дорожку сделать. Отлично, пробираемся. Ну чё, розовый хоррор спранк Пинки, давай, получай! Опа, главное не упасть! Она огнем, она умеет, смотрите, огнем управлять там прямо снизу. Снизу вон какие взрывы вулканов. Так, слышь ты, розовый спранк, иди сюда. Нужно, ребят, наверное, дорожку какую-нибудь построить. Сейчас мы туда побольше земли накидаем. Если я вниз упаду, я смогу хотя бы на что-то встать. Так, ай, много, слишком много. Уходи. Иди сюда, вот так тебе, розовый, получай. Надо спасать желтого и зеленого срочно. Короче, попытаемся к ним сейчас дорожку построить. И проберемся прямо до них. Так, аккуратно на джетпаке взлетаем. Привет, зеленые. Ой, Зомбак, вытащи отсюда. Здесь мне страшно сидеть одной. И желтую тоже надо спасать. Конечно. Давайте, пойдемте со мной.
Так, надо как-то придумать, как мы победим этого розового монстра, он слишком сильного, посмотрите. Летает, всем огнем управляет, метеоритами, еще и огонь, здесь вулканы взрываются. Жесть вообще, что происходит, как ее остановить, он слишком сильна. На, давай, получай, монстряга такая. Так, надо ее, наверное, вот так пострелять. Получай! Отлично, друзья, справились. Теперь нужно здесь несколько блоков поставить и взлетим вот сюда. Отлично. Так, пойдем со мной, желтый. Давайте вот сюда заберемся, поставим их здесь. Ой, зомбак! Эй, спасибо! Было страшно так одиноко! Я думал, что этот розовый хоррор-монстр нас просто сожжет! Да нет, ты чё, я бы всегда вас спас, я приду вам на помощь всегда, если чё, зовите. Кстати, если вы тоже любите спранков, ставьте лайк. Кстати, этот джетпак можно будет уже, наверное, снять, чтоб не мешался, всё. Ладно, погнали дальше в портал. Так, что здесь происходит? Эй, ты чё в меня кидаешься? Это Катнеп, ребята, смотрите, он там на сердечках летает и раскидывается этими сердечками. А зачем они нужны? Эй! Ты в меня-то не попадай! А, попал! Что происходит? У меня рука посинела, что? Он забирает мои жизненные силы! Я теперь весь синий! Вы посмотрите, я больше не зомби, а какой-то водяной! Ха-ха! Что? Эй, Катнеп, ты что наделал? Да, привет, зомбак! Я заберу все твои жизненные силы! Сейчас ты почернеешь! Чего? Он хочет меня просто лишить всех моих сил, всех моих сердечек и жизней. Нет, нельзя ему это сделать. Пока что мне нужны мои сердечки. Как-то надо придумать, как восстановить свои силы, иначе я навсегда вот таким синим останусь. Ладно, сейчас давайте справимся сперва с вот этим Катнепом. Эй ты, получай давай, на! Так, подождите, у меня есть водичка. Можем попробовать его водой помыть. На, уходи отсюда, сейчас мы его смоем водой. Твои сердечки против моей воды. Он тут еще гигантские динамиты в лаву закинул, смотри. Там вот это такой большой тентишка пытается взорваться. Так, давай, хватит свои сердечки. Отлично. Ах, опять немного в меня попал. Катнепа мы хоть и победили, друзья, но я-то все еще синий. И что мне делать? Ребят, может быть, ваши лайки помогут мне? Ребят, поставьте много-много лайков и вылечите меня, пожалуйста. Напишите в комментариях, зомбак, выздоравливай. Иначе я всегда останусь вот таким водяным. Жесть! Мне таким не нравится быть. Так, что там у нас вообще было? Может, что-то поможет? Стрелы? Нет, это... У меня же ключ еще был. Может, этот ключ куда-то подойдет? Так, о, зелье... Взрывное зелье исцеления. О, это то, что нам нужно, друзья! Так, забираем все эти зелья. Так, берем с собой и попытаемся сейчас вылечиться. Кидаем зелье сюда. Получилось! Я стал зеленым! Ура! Получилось, друзья! Смотрите! Я снова свой! Я снова тот самый зомбак! Отлично! Ух, погнали дальше! Ух, а здесь что вообще происходит? Смотрите, это красные какие-то ящерицы! Это из радужных друзей! О, привет, зависть! Да, привет! Я боюсь туда идти! Мне надо переправиться вон на тот другой берег! Но я боюсь плыть на лодке! Вдруг эти монстры меня поймают и скушают! Да не бойся, давай я помогу тебе. Ага, пошли со мной вместе. Давай, залезай на лодочку, сейчас мы переплывем. Если что, я буду тебя защищать, хорошо? Надо, ребят, ее как-нибудь вот сюда в лодку посадить. Давай, садись, садись, зависть, не бойся. Отлично. Так, слышь ты, ящерица красная, пусти. Они тут заражают воду какой-то краской, смотри. Они красной краской кидаются в воду, они хотят ее всю сделать красной. Нет, ну-ка уйди, тогда мы не сможем по воде плавать, она будет вся какая-то красная, липкая. Уйди, красная ящерица. Так, надо ее выгнать отсюда как-то вообще. Давайте ее... О, отлично, вода уже начинает менять свой цвет, она продолжает. Давайте ее водичкой забрызгаем. Да, чем больше тут чистой воды, тем лучше мы сможем на лодочке поплавать. Надо вот эту ящерицу тоже убрать. Эй, слышь ты, ящерица, иди сюда, он смотри, как много красной краски туда разбавляет, а? Мы же тогда плавать-то не сможем. А ну, ящерица, уходи, брысь отсюда, получай. Как ее победить-то? Отлично. О, я сам забрал эту краску, смотрите.
Я могу этой краской кидаться красной. Да, ой, как много краски в воду попало. Так, ладно, надо водичку, ребята, нормально почистить. Сейчас мы водой сюда закидаем. И потом поможем зависти переплыть эту реку. Ей срочно нужно вон туда, к порталу, на тот берег. Так. Все, водички тут уже достаточно, надеюсь, она стала чистой. Теперь можем попробовать переплыть. Погнали! Отлично, садимся в лодочку, поплыли вместе. Сейчас мы доберемся, заяц, не переживай. Монстров здесь больше нет, и вода чистая, и я все уже нормально осветлил, очистил. Все, погнали вместе, портал. Да, спасибо за помощь, отлично, зомбак. Все, погнали дальше в портал. Возвращаемся, друзья, обратно. О-хо-хо, интересное было видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Если это так, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои ролики. С вами был Зомбак, и до новых встреч, друзья. Всем пока-пока.